И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека. Влад. И Настя. И сегодня мы проходим карту под названием Легенда Зелды. И это супер офигительная, просто офигенная карта. Это, я не знаю, пазл или что это, вот какой жанр это? Это, да, вроде бы пазл карта на троих человек. То есть тут каждый человек должен, будет очень нужен. Мы уже, кстати, на канале проходили карту от этого создателя. Она называлась There is no learning curve. Это мы ее назвали «Назад в будущее». Тоже мы это проходили втроем, выполняли вместе все испытания. Ну, эта карта просто офигенная. И, кстати, я и на Влада канале тоже уже был летсплей под названием Zelda Adventure. Это как раз, ну, либо продолжение, я точно не знаю, но это из той же серии, в общем, тоже «Легенда Зелды». Ребят, давайте я прочитаю всякие там таблички, вот всю фигню. Так. Мы услышали. Я тортики съела. Я есть хочу. Пофиг. Влад, поставь тортики, пожалуйста. Ой, я скайп не выключил. Так, все. Так, командные блоки. Так, да, тут написано, в книжке написано. Первый шаг. Откройте сервер properties. Возьмите enable command block. Какая-то фигня. Короче, все. Не хочу читать. Все готово. Так. Тебе вообще на мирно стоит или что? Да, ну так надо. Нам все самому, мне кажется, поставится, это 1.8 все-таки. Да, ребят, в общем, смотрите, тут есть три нужные плиты, то есть каждый должен стать на одну из этих нужных плит. Давайте я сяну сюда. Давай, Настя. Так, и? Ну, стой. Настя обходит плит. Стой, тут что-то не то. Женская логика, итак. Какая-то подозрительная плита, ребят, что-то не то. Как Настя пыталась войти нажать на плиту? Все, давайте, встаем. Ой, охренеть! Что? У меня все зависло. О, у меня отвисло. Вау, тихо. Тихо. Мое имя Рауру. Охренеть. Какой-то там дьявол, что-то там, герой времени, спросил нас спасти Хирулу. Но мы не можем это делать в одиночку. Каждый из нас должен будет выполнять какие-то задания специальные. А ты типа по игре Зельда? Да. А я играла? Ты играла? Ну что ты нам будешь объяснять здесь все? Короче, тут есть... Давно играла. Он нам рассказывает, что каждый из нас должен будет выполнить какие-то испытания, чтобы спасти этот мир. Нам нельзя отходить очень далеко друг от друга, типа мы должны держаться вместе. И чё? Ой, это офиги! Сейчас он договорит, я скажу. Так. Наступили темные времена, герой времени уже покорил что-то там... А нет, 7 лет уже пытается что-то там покорить. Так, какой-то там темный лорд захватил храм времени. А, и какая-то дверь времени открыта. Короче, нам, по идее, типа, нужно закрыть ту дверь или что-то типа этого. Короче, мы спасители мира. Вот. А, мы должны найти как... Мы должны какие-то эссенции. Эссенции огня, эссенции воды и эссенции земли. А, и леса. Что это такое? Долго было болеть там будет. Настя там обосрала его. Он там долго было болеть будет. О, священник. Открылись двери! Так, подождите, сейчас, секундочку. Я пойду сюда. Стоп, подожди, не идите. Давайте. Ай, дослушаем его. Так, все, он договорил. В общем, сейчас нам сказали разделиться и каждому исследовать, то есть мы должны каждый пойти в какую-то из этих дверей. Я хочу в огонь пойти. А, ну я пойду. Это какая-то пятка нарисована. А, стоп, у меня какой-то душ в ванной. Подожди, что там? А, у тебя вроде бы воды, Влад, у тебя огня. У меня какие-то мухоморы. Да, Влад, у тебя огня, у меня лес. Я в лес пошел. Так, все нажимаем. На плиты, да? Да, нажимаем. Тыкаем, тыкаем. Все, нажимайте. Все, у меня какой-то ТП. Я в какой-то комнате. Что за... Ой, какая-то музыка играет. Ой, Влад, поможешь эту музыку? Влад, выключай эту музыку! А у меня ее нету. А что, копирайт, да? Да, я тебе говорю. Все, все по минимуму делаю. Сейчас смотрите, можно я сейчас скажу? Я появился в какой-то пещере, тут у меня кровать, сундук, в нем был полный комплект кожаной брони зачарованной. У меня тоже. 20 яблок еще. Я тоже, и что там дальше идти просто? Да. Знаешь, тут какие-то блоки стоят, я их вообще могу ломать? Ребят, я в какой-то телепортнулся. Я не могу нажать, а все. Я в какую-то дверь прошла, у меня тут какая-то шахта большая. Что? Так. В общем, нам нужно как-то найти друг друга. Я нашел какой-то Скултула токен. Это какой-то? Это типа какой-то гриб.
Я тут библиотека. Шака! А, ой, как ты... Привет! Господи, я испугался. А стоп, я? Стоп, нам нужно найти Настю. Настя, нажимай на плиты, которые там, видишь, у тебя есть какие-то проходы. Ты на снизу находишься, типа, в ком, да? Какой-то лабиринт. Сейчас я смотрю, ты чего сейчас. Короче, ищи, нажимай на... О, тут рычаг какой-то. Короче, Влад, давай, раз мы вместе... Ты слышишь эту музыку? Да, это плохая. Все, музыка. Это плохая... А что, мне вырубить или как? Ну, можно там просто свою музыку ставить. Блин, а я если сейчас важно... Меня опять кто-то балаболить начал. Да? Да, я на какие-то плиты нажала, а мне кто-то начал говорить. Влад, Настя без нас пойдет, так понимаю. Подожди, Влад, мы должны как-то... Смотри, таргет какой-то там, что-то написано. А мы должны встретиться, в смысле, сейчас? Да, таргет практически, это типа какая-то... Я сейчас попытаюсь вас найти. Вот, я не понимаю, что-то немножко... Пойдем это... Вот, заходи сюда. Ой, Джека, сейчас... Смотри, Горан Сити, я нашел какой-то Горан Сити. Сейчас, минутку. Входи в эту дверь. Стоп, откуда я пришел? Даже ваши ники не вижу. Стоп, подожди, походу у нас Настя одна там. Стоп, смотри, я в шахте какой-то. Вот, я в шахте тоже. Смотри, этот проход закрыт. Он был сделан тем, кто умер. И этот, типа, смерть хранит его. А у тебя тоже такая хрень есть? Да. Вот, у меня тоже такая хрень есть. Да, вот там сейчас самое главное, значит, найти Настю. Вот, Настя, где ты шляешься, а? Я не знаю, я в какой-то шахте гуляю, то ли это город, то ли что, и играет какая-то музыка. Я не понимаю, что происходит. Зорос Ривер, это я нашел. Блин, Настя, ты сейчас в лесу находишься или где? Нет, я в городе. Я в городе в каком-то. Влад, ты тоже тут? Да, да. Какая-то тетка была. Смотри, там Зелда стоит, ты видишь? Да, да. Ой, пытайся нас найти. Опять эта музыка, Влад. Я слышу, просто опай, просто. Ну ладно, пусть играет. Мне, короче... Влад, ты просто звуки вырежешь или как? Найти 5 изумрудов? И тогда получу молоко. Я нашел изумруд, рупи, да? Наверное, просто там было написано то, что 5 изумрудов надо найти. Так, стоп, мы... Стоп, я какой-то проход нашла. Ой, где я? Настя, я нашел рычаг. Экстрас, ворд, я storage. В каком-то городе. Мы, я тоже... О, привет! Вы где? Где? Вон я. О, привет, Настя, вон сзади. Ура, мы нашли. Настя, мы на тебе изумруд. Тебе надо будет изумруд находить, на. Ну да. Настя, еще один изумруд. Угу. Так, стоп, смотри, вот Харальдс. Влад, а мне как, просто все звуки выключить или как? Вот, ну... Опять музыка! Стоп, это жукбокс, может? Нет, это не жукбокс. Когда, вот это по мастер волюм. Так это весь звук. Ребят, я вот зашел. У меня какая-то веселая музыка играет. Да, она зачинает с этими правами, выключай ее нафиг, ее с нее забанят. Не, ну если ты снимаешь, ой! Выключить. What the fuck? Стоп. Ой. Мне кажется, вы за ней должны идти. Добрый день, офигенная... Ну, смотрите, тут можно за изумруды купить ботинки какие-то. Ага. Изумрудов у меня нет. Она не... Стоп, может быть, не будем их тратить? Значит, там типа нужно какое-то молоко же вроде бы купить. Хорошо, ладно, я вышел отсюда. Угу, все, валим. Стоп, смотрите, вот какой-то проход, там паутина. Так, что-то написано. Это... Влад, если какая-то важная информация будет со звуками связана, то ты скажи, я включу звуки. Угу. Так, я не хочу идти сюда. Блин, опять эта музыка. Нам нужен меч, там сказали. Там плиты вон стоят. Давайте туда пойдем. Давайте, я иду уже. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, зомби! А, нам сказали, нам нужен меч. Ребят, нам нужен меч. А где меч? Бежим! Ладно, пробегаем. Да, бежим. Пофиг на самоков. Вот, смотри, тут проход, я захожу. У нас мечей даже нет. Жаль, сейчас мы к нам, там дерево говорит. Ой, что такое? Что-то там мастер. Это типа. Ой, ребята. Привет, Шек. Подавай, может я смогу проползти? Давай. Я помогаю, Жек. Нет, не смогу. Настя, помоги, Шеке! А что делать, если я упаду? Настя, помогай! Настя, не бросай его в беде. Блин, какая-то музыка опять играет, я бы что-то тоже защищена другими правами. Вообще какой-то ужас, это музыка, ребят. И чё мы сейчас там будем делать? Без понятия. Там же наверх нужно было идти, по-моему. А он пошел наверх, ну нормально. Смотри, тут есть двери, а только не закрытые. А, не-не-не, смотрите, вот что тут здесь есть. Подожди, сейчас я пройду. А, зря старайтесь. Да. Так что нам не нужно было сюда идти. Ну ладно, пойдём наверх. Влад, если что-то будет опять важное, то говори. Ладно, окей.
Смотри, Жик, вот там, видишь, как я начинаю питаться, нам вход нужно в среднюю сейчас комнату зайти. Стоп, иди сюда. Идем вот сюда, тут где-то лестница должна быть, вроде бы. Стоп. Вон, да, поднимайтесь. Жмите. Так, вот, я нажал. Ну, ой, мне все зависло. А! Вот тебе зависло? Ну, все отвисло уже. Может быть, типа, тут расположено три нежилые плиты, и каждый должен на нее встать, как думаете? Ну-ка, Най, стой тут. Не, стой, не... Стой, сейчас искать. Так, так, ладно, пойдем. Блин, я не хочу музыку включать, такая красивая. Да, нафиг. Я нашел кнопку. Эта кнопка что-то открывает. Влад, смотри. Ну-ка, нажми, толкни дверь. Так, нажимай. Все, я прошел дальше. Так, иду, паркурю. Что случилось? Что? О. Что? Короче, мне же открыл проход. У меня сундук, ребят, там был череп. Скула токен. А, у меня тоже есть он. У меня тут рычаг какой-то. Тут зомби бегает, может его убить надо? Я убью зомбака. Жека, знаешь, куда тебе нужно идти? Че? Настя, стоп, Настя, ты убежала, что ли? Подожди, сейчас. А, стоп. Стоп, а можете подняться ко мне? А, вот, стоп, Жек, ты подо мной находишься, видишь? Угу. Смотри, короче. Вот беги, вот там наверху находится, то есть слева, да, с левой стороны. И справа находится две нажимные плиты, куда нужно встать. Вот, я нашел дверь какую-то. Стоп. Я пойду в сторону. Вот, Настя, поднимайся наверх, да. Жек, беги дальше, с круга подниматься. Беги. Дальше. Вот тут поднимайся. Угу. Там так. Будет цена плита, свай. Да, не нажал. Открылась дверь, вон на сцену. Сейчас я туда пойду, можно? Или. Я вижу, где она открылась. А стоп, давай лучше, Жек, может, я встану, что ты как бы снимаешь? Ну давай. Так, давай, сейчас это. Встану, ты пойдешь в эту комнату. Все, Жек, беги. Я иду, бегу. Давай, что такое? Так, и там подъем дальше. Угу, все, лезь. Нам можно, в принципе, отсюда уходить, да, уже? О, смотри, Настя, а привет. Все, Настя, посмотри наверх, Настя. Привет. Ой. Так, тут какой-то проход, да. Вот, нашел нажимную плиту. А мне что делать? Тут две нажимные плиты. Даже три нажимные плиты и дверь. Нам нужно выше подняться. Я думаю сейчас, как сюда поднять вас. А если я спрыгну отсюда? Я могу перепрыгнуть? Мне нужно перепрыгнуть в любом случае. Все, я перепрыгнул и бегу дальше, паркурю. Все, отлично, давай, Жак, я с тобой смотрю. А, нет, стоп, тут тупик. Там тупик, да? А если я сюда спущусь? Тут рычаг! О! Вот, дверь открылась! Вот, залезайте. Я бегу, ребят, давайте! О, тут офигенно! Так, бежим. Залезайте. Сейчас я уже бегать не смогу, потому что у меня еды. А, я тебе могу дать, у меня вот есть. Давай. Так, все. Там три нежилые плиты, да? О, яблоки медали. Это я дал. Ну ладно. Ребята, иди сюда. Вот. Сюда. Так, вот давайте я пошел на последнюю нажму. Там распределитесь. Я на эту. Так, все, да, дверь открылась. Заходи, Жак. Я пробежал, так. О, бежим, Настя тоже беги. Все, я наверх пошел. О, смотрите, все, мы добрались до конца. Да? Стоп, подожди минутку. Только я не понимаю, что здесь, как бы, зачем. Так. А, я, кажется, понял, мы должны на центр прыгнуть. Все, я прыгаю, ребят. Все, я прыгнул. Прыгайте. В воду. Настя, давай. Прыгай в воду. Офигеть. Давай, Настя. Это офигенно. Настя, давай. Все, отлично. Да, молодец. Так, пойдем. Там есть дверь, я ее открыл. Там пойти не можем. Давайте, может, в эту дверь. Все, пойдем. Да, пойдемте. Так, тут поршни стоят. Так, тупик. Вот, так что-то написано. Так, типа... А вон там загрузка какая-то. Сверху. Что? Там сверху рычаг. Оп, Жек, кнопка. Нажми на нее. Как кнопка? Ой, тут нажми на плита. Вот, смотри. А, сейчас вижу. Сейчас задохнусь. Давай. Что открылось? Вон, ой. Блин, как сейчас, это? Подождите, я подожду сейчас, секундочку. А, все, давай, Жек, хорошо. Так, Настя, твоя задача паркурить. Пожалуйста, я долго не выдержу. Давай, Влад! Куда? Я чуть не могу ничего понять. Сейчас, подожди. Так, Влад... Ты можешь задержать, а? Давай. А то... Не, Влад, ты... Давайте потом я тогда. Хорошо, давайте так. Давай. Стоп. Все, я пошел. Быстрее. Задыхаюсь. Все, я бегу, Влад, держись. Я куда-то бегу. Давай, быстрее. Влад, до конца там сиди. Да блин, я не могу запрыгнуть, Влад, держись. Все, я прыгаю. Боль, не хп! Да блин! Одну хп! Я почти дай! Давай! Еще три, давайте! Влад, давай, прыгаем! Два, три! Ну! Пошли! Быстрее! Я почти дошел до конца, пойдем вот! Настя, живи! Давай, я буду... Настя, прям до конца, чтобы сдохнуть! Я пытаюсь, чтобы сдохнуть, да! Давай! Давайте все, сдыхаем! Быстрее! Пожалуйста. Мы бежим. Рычаг, все, я почти не, я возле него. Нажал. Все, беги. Блин. Стоп, ладно, я сейчас.
Все, открылось проход. Скрылся. Все. Я же пунктили пройдемся. Все, давай. Настя, портируешься к Жеке. Так, это мы сюда? Мы сюда. А, открылось? Стоп. А, может сюда? Да, Влад, иди сюда. А, вот, да, открылось. Новая дверь открылась. Вау. Это что такое? Это проход какой-то? А, мы тут идти не можем, да? Особо искать. Вообще, тут, по-моему, завалило проход. Ну-ка. Давайте кто-нибудь один тут останется, ребят. Да, давай. Останусь. Хорошо, я пошел. А, тут, нет, тут нычка, тут нычка какая-то. Я нашел скул тула токен. Ну, тул череп, да? Угу. Ну все, давайте, ребят, пошлите. Все, великолепно, дверь. Ура! Мы открыли проход. Побежали. Так, ага. А, чтобы продолжить по дороге, мы должны ввести какой-то код. А, этот код состоит из номеров, которые. Ты видел? Которого вы увидите. Короче, нам... Открыто, если вы там что-то там. А, вот смотрите, вот смотрите, сколько... How many have died? Сколько человек умерло? А сколько... Вы все починили? Ну, в смысле, сколько мы раз умерли? Не, я не, только не, один не, раз. Не-не-не, там какие-то должны были цифры видеть. Если я съел... стоп, это какие-то загадки, смотрите. Через смерть ты выживаешь. Сколько умерло? Тут еще подождите, еще сейчас пока не можете не думать пока что. Какой-то там что-то поинт, не знаю, камень, что-то так. А, сколько у вас есть камней и чего-то там еще? Если я съел двоих из тебя, сколько я получу? Пойдем и посмотрим, что в этом. Что в магазине. Чтобы открыть дверь. Так, жмите на дверку, я спрячусь. Жмите я один. Я нажал. Жми два. А может мы все в три нажмем вместе? А, одновременно нажать, давайте нажать. Давай. Настя, жми на двойку, нас на двойку. Двойку, Настя. Открыли, заходите. Ой, зачем эти загадки были? Вот это головоломка. Мы так долго думали. Ой, зависло. Ой. Музыка началась. Ну, за неё банят, Джек. Да? А! Поток, меня толкают. Я тебя пытаюсь толкнуть. Сейчас пробую Жак толкнуть, просто он впереди меня. Не толкать. Ребята! Ползет! Он нас ест! Их там много! И что мы будем делать? У нас даже оружия нету. Не знаю, я его буду просто руками бить. Сейчас Жак и спинает там. О, этот сундук! В сундуке гнилая плоть! Гнилая плоть какая-то, ой. Принцесса Гома спаун какой-то. Ой, какая-то плохая. Это королева, да? Убили королеву, да. А чего добились вы? Тут все принцессы, не. А я, Влад, я знаешь, как я сделаю, короче, пусть... Все элита. Ой. Те, кто успеет посмотреть, те успеют с музыкой посмотреть. Потом я ее просто удалю. Я люблю тебя, паук. Давай, тебя убиваем. О. А мы... Ой, убили одну. Мы уже двоих убили, кстати. Ой. Даже больше. Так, ты поэдживаешься. А ты рядом со мной стоял. Я в паутине был. А, да? Okay. Я никак не выбраться просто. Ребят, не, мы что-то не то делаем, они прям без конца спавнятся. Да? Чего гнилая плоть делают? Что сделать? Я посмотрю. Гнилая плоть, просто роутен флэш. Я могу ее съесть. Посмотрим, может тут какие-то плиты есть. Так стоп, смотри, тут лестница, Влад! Конечно. Нам меч нужен. Вон наверх, я попробую наверх подняться. А как? А где меч взять? Никак. А, ну, стоп, даже... Мне кажется, нужно сломать... А, как мы сломаем? Никак. У меня ХП мало, мне нужно сдохнуть сейчас. Стоп, вот мне кажется, мы что-то пропустили. А, нам уже сказали, вернись в магазин, типа. А, что, по обратно бежим? А может ты попробуй? Стоп, Настя, ты не... А я уже, да, я нас спала. Давай, ребят, может быть, я... А, стоп. Пошлитесь ко мне. Давай, я-то пошли. Я сейчас в город иду. Может, ты останусь? Или как? Да, ты останься. Пойдем в город. Я жду вас. Только не сдохни, пожалуйста, а то... Ну, окей.